Злоумышленник налетел на свою жертву сзади, не дав ей возможности закрыть за собой дверь. Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина несколько раз ударил сотрудницу ломбарда и потребовал ключ от сейфа. Причем абсолютно бесстрашно себя вел, не прикрывая лицо, наносил побои девушке, забрал золото, деньги, после чего скрылся. Узнав от оперативников о том, что избитая им сотрудница ломбарда была беременна, задержанный отреагировал на это довольно спокойно. А девушку зачем так избивал? Было два раза, я сбыл, я не знал, что она беременна. А если бы знал, что не избивал бы? Нет, конечно. Ну а то, что она просто девушка, какая разница, беременна она или нет? Ну, хотели угрожать ему просто. Для этого два раза и ударили его, и все. Злоумышленник был задержан в городе Балакове. Когда-то дерзкий налетчик находился в состоянии близком к панике. После совершения преступления он уже испугался, то, что совершил сам, все это спрятал, ничего абсолютно не потратил, с золотом также не смог распорядиться, просто уже стал метаться по городу, по другим городам, скрываться. И поэтому мы его и поймали очень быстро, потому что много где засветился. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.